это точно не стоит. Колбаску. Вот так у нас греется чайник. Попьем чайку. Придумаем другой маршрут. Потому что, ну, я, на крайней мере, сегодня и грязный, и утопился. Ну, на канале этого нету, но в телеграм-канале не унесение это будет. На канал, так как я утопил, к сожалению, этого не будет. Так что мы кушаем и двигаемся дальше. Выехали мы с лесу, попили чайку, и вот сейчас выехали в поле, едем на другую локацию. То есть пейзаж как меняется. По лесу ехали, сейчас в поле выехали и движемся в другом направлении. Остановился, ну и покажу вам, как ведут себя дисковые тормоза. Как видите, грязью все забито, сами колодочки, суппорта тоже все в камушках, мелких камушках. Так, и попереду. Как себя суппорта ведут, тут стоит один большой поршень. Вот видите, все в камнях. Хорошая колейность. О, смотрите, перепрыгнул и поеду по своей траектории. Сейчас на ту сторону перепрыгнем. Опа, жопа, нет, жопа. Пошла по той траектории. Вот такие у нас покатушки сегодня получились. Когда нету дождя, я выхожу, снимаю. Но большую часть дождь капает, на объектив попадает, и получается такие расплывчатые видео. Вау, грязище какая! Хочу показать разницу. Вот шоссейка резина. Видите, лысая шоссейка. Небольшой подъемчик. И вот МТ-шка, например, резина. Есть двигатель, есть блокировки, да, но за счет резины у нас не получается выехать. И вот МТ-резина, вот шоссейка.
Ну и вот Нива, давай посмотрим. Заедет, нет? Здесь тоже. Во! Заползла. Стандарт. И резина стандартная. Вот Дастер с электронными помощниками. Ну вот смотрите, еще раз, не Вастик, но уже поедет не по следам, а вот здесь, например. Ладно, хоть так, слышь. Угу. Ничего не повредило. О! И все? Все. Что там, бревно было? Да, бревнышки у меня. Сейчас будем собирал на даче. Сейчас будем доставать, не Васик. Вот. Не Васиком. Не Васиком. За счет лебедки спущусь, наверное. И потихоньку будем тянуть. Ты лебедкой самой жопы достаем автомобиля. Там реально жопа, ребята. Я вот сюда не смог заехать. Я вот все то же самое. Сейчас не могу тронуться. Это вообще пипец, конечно. Давай назад. Я сейчас к тебе приеду. Да пробуй назад, давай. Она в тебя сейчас поедет. Я вообще не еду никуда уже, ни вперед, ни назад. Я уже еду. Давай, давай, поехали. Давай, 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 нет, нет, нет. Ты не останавливайся. Дерево, дерево, дерево. Подожди, сейчас за него. Давай, уберу. Ага, я его не уберу. Вот так вот. Вот вам и полный привод, и заехать не можем. Сейчас все соберемся в одну кучку. Не надо, наверное, надо потихоньку надо попасть. Сейчас мы с вами просто-напросто находимся в мокром песке. Мокрый песок с грязью. Сейчас он точно на меня уже пойдет. Преимущество самоблоков, вот я вообще никак не вижу. Что блокируешься, что не блокируешься, автомобиль нифига не едет. Вот сейчас встал песок, чуть на подъемчике, бесполезняк. Резина, смотрите как, вся в песке, очень тяжело выезжать. Колеса начинают пробуксовывать и просто садишься. Вы представляете, как тяжело? Леха, Нивы здесь не едут. Вообще тяжко.
Получил с большим трудом, на больших, на высоких оборотах, у меня получилось заехать. Если мы поедем там, я не представляю. Само упражнение, вот этот вот подъем, вроде уже и верхний слой убрали, грязевой. Вообще никак не едет машина. Вот, смотрите, на моем месте стоит. Ни вперед, ни назад. Очень тяжело. Вот как так? Кажется, да, газу давай и все. Но на самом деле не так все просто. Ну так поедем? Ага. Мы и думаем, стоит нам туда ехать. Если из всех пока только у меня получилось заехать. Что там будет в лесу? Там, сказали, ямочка такая есть хорошая. Но боимся, что если мы туда заедем, то там и останемся. Ну что, поедем туда или пойдем посмотрим? Пойдем посмотрим. Ну пошли, дойдем, посмотрим. Идем смотреть маршрут. Вот, посмотрите на сапоги. Как здесь скользко. Вот на эту локацию. Спуск грязевой. То есть здесь уже бесполезняк остановиться. А выход, видите, немножко склоном. То есть машину будет уносить туда полюбаса. Как здесь выехать, я не знаю. То есть, да, по-любому. Задница будет туда. И тебя просто-напросто снесет. Плохо, скользко как. Ну и что, Макс, будем пробовать, нет? Я думаю, не стоит. Мы кого-нибудь на бок точно положим. Да, здесь на бок ляжешь, полюбасу. Либо на бок, либо свечку поставим, блядь, и что делать будем. Вот, походу, мои следы, я в прошлый раз пролетел чудом здесь. Один. Думаю, блин, ну это не такая грязь была сейчас. Ну да. А правее брать не получится, да, на траву? А она не идет там, она здесь все скользит. Правее уже она здесь. Вот, видишь, она стенка еще выше, вот она, понимаешь? Вот. Сейчас идем и думаем, стоит нам туда ехать, не стоит, и вообще кто согласится. Вот думаю, если сейчас мне стравиться до 0,5, шанс как бы у меня будет. Но единственная опасность — это положить машину на бок. Блин, ну это вообще не хочется. Потому что спустился, надо будет на оборотах выходить. А там или жопу унесет, или и ты полюбас туда рюхнешься. Сейчас будем решать. Ну или спросим, кто, у кого есть желание. Мы с ребятами по поводу того заезда. И хочется, и колется, но решили ехать домой. Потому что уже дело к вечеру, а там часов на 5 полюбасу. Застрянешь и не выйдешь. Поэтому какой видосик получился, вот, ставьте лайки, подписывайтесь, переходите в телеграм-группу Нива007. Ну а мы домой. Все, пока. Так, хотим Исудзу посмотреть, как здесь закатится. Напомню, мы не травились. Это большая, очень большая разница, травленные колеса или не травленные. У нас на данный момент сейчас колеса не травленные. Ну вы представляете всю сложность грунта у нашего, да, оренбургского. Уху! Забрался. Но туда нам, мы решено, что мы туда не едем. Это мы просто попробовали, разворачиваемся. Ну и все, наверное, домой. Все.
А, да вот смотрю своего товарища, тоже YouTube канал ведет, Денис Континент. Раньше катался на Нивах, у него и трехдверка была, и Нива Тревел, дорабатывал постоянно, а сейчас купил УАЗ Патриот на автомате. Вот интересно, как бы он по нашей грязи покатался. Ребят, переходите к нему на YouTube канал, напишите ему комментарий, чтобы покупал заново Ниву. Ну и привет передайте ему.